Всем привет! Мы думали, что это будет последнее видео, которое мы сняли в Греции, но нет. Сейчас мы идем на кидс-пати, там Лиза. Там маленькие будут танцевать, мы будем смотреть, мы посмотрим, что там. Сейчас мы отведем маму, потому что мы уже узнали, где это все находится. И давайте идем. И, кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм, на нас ВКонтакте и в Твиттере. Эти наши соцсети будут в описании. Вот где оно проходит. Вот как все выглядит. Давайте сделаем фотки. Вон как здесь все происходит. В общем, мы тут сидим. Смотрите, ребята, здесь пацанчик выиграл шапочку из нашей модели. Вот. А нам дали конфетки. А еще мы сейчас пить будем. Мы очень хотим пить, мы сейчас будем пить фанту. Давайте. Мне кажется, что колы у нас вообще не останется. Все хотят колу, только мы хотим фанту. Смотрите, нам дали фанту. Вот есть мы не очень любим, а вот пить мы просто обожаем. Она очень вкусная, и она с апельсинчиком. А конфетку мы на потом оставим. Вот нам еще колу налили. Знаете, у Лизы такая постоянная привычка отмерять, одинаково ли у нас, потому что нам, когда родители колу наливают, Лиза постоянно отмеряет, чтобы было одинаково. Кола тоже очень вкусная, но много мы пить не будем. Тем более на ночь, потому что сейчас уже ночь. Представляете, вон там темно за окном. Вот. Ребята, вечеринка уже закончилась. Так быстро? Мне кажется, видео получилось очень коротким, но если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. С вами был я, Мел, и всем пока!